MPI Media Group представляет. У меня есть подработка, если тебе интересно. И что делать? Побыть нянькой. Мой брат Эд умер в прошлом году. У него осталась дочь Ольга. Иногда она ездит в дом, где Эд умер. Это настоящая глушь. Мне не нравится, что она там абсолютно одна. 20 в день? За то, чтобы посидеть с ней в глуши? Именно. Тут явно что-то не так. Приготовьтесь. Вы не говорили, что дом на острове. К путешествию. Да ладно тебе, что тут такого? В кроличью нору. Подойди ближе, ближе ко мне, я слежу за тобой. Прекрасное сочетание психологического и сверхъестественного ужаса. Кто-нибудь знает, что ты здесь? Интеллектуальное, непредсказуемое и адски жуткое. Напряженное путешествие сквозь лабиринт дома ужасов. Барретт сказал, он покончил с собой. В подвале. Настоящий обескураживающий страх. Есть там кто? Доказательство того, что кино все еще может пугать. Ты никому не расскажешь о моей просьбе? Она была больна. Я бы ничего такого не сделал. Думаешь, он тебя отпустит? Ты опять все испортила. Предостережение.